Добрый день, дорогие садоводы и огородники! С вами Светлана. Почти все любят малину, эту вкусную и полезную ягоду. И чтобы получить обильный урожай крупных и сладких ягод, ее необходимо с ранней весны подкормить, а также обработать от заболеваний и от вредителей. Первую подкормку я делаю с содержанием азота сразу после схода снега. Это органическими удобрениями, такими как коровяк, куриный помет, или минеральными, такими как сульфат аммония, мочевина или аммиачной селитрой. И когда малина начнет уже отрастать, появятся новые стебельки, молодые листики, я обязательно обрабатываю кустики раствором железного купороса. Обработка малины железным купоросом защитит малину от хлороза, антракноза, а также от различных вирусных и грибковых заболеваний. Как видите, эта обработка очень важна для малины в ранний весенний период. Для приготовления раствора нам понадобится 1 чайная ложка железного купороса и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Железный купорос и лимонную кислоту растворяем отдельно в баночках в небольшом количестве воды. В ведро с водой сперва вливаем раствор лимонной кислоты, перемешиваем, а затем добавляем раствор железного купороса и опять все хорошо перемешиваем. Раствор готов. Общий объем раствора должен быть 10 литров. Обрабатываем малину в утренние часы или вечером, или пасмурную погоду. Раствор такой не хранится, надо использовать сразу. А чем вы удобряете и обрабатываете свою малину весной? Поделитесь в комментариях своим опытом и советами. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч!